Итак, смотрим, чего дядя Владик намылил на этот раз у друга майнера. Помогал чуваку разобраться с железом, получил в качестве приятного бонуса это. Здравствуйте, мои хорошие, с вами компьютерная реальность и намыленная. И сегодня мы намыли довольно интересную железяку. Вот. Нет, это уже было, но это нам пригодится. На этой машине будет сборка с GTX 1060 3 гига. Пойдет на вторичку за приличные бабки. Ну, не суть важно. Что мы тут имеем? Имеем мы борт Asus H110MK, планку памяти, кулер и там процессор торчит. Давайте посмотрим поподробнее, что мы тут получили. Это машина после майнинга, но оно работает. Так, 4 DDR, 4 гига. Хорошая планочка оперативной памяти. Избавились от крутилятора. Кулер у нас, кстати, не боксовый, а Arctic Cooling Alpine 11 ревизии 2. Хороший кусок алюминия, кстати. Арктики реально классные кулера делают. И недорогие. Так, что у нас тут запрос торчит? Core i3-7100 на 3,9 ГГц. Ну, весьма достойно. Борт тоже полностью нормальный. Я эту машину заводил, она включается, дает картинку. Из проблем надо чистить вот этот вот слот оперативной памяти. В нем планка то работает, то не работает. Но если присмотреться, можно заметить, что он слегка подуставший. Не сильно, но надо почистить. Делается это просто. Берете какую-нибудь тряпочку, берете карту пластиковую, кредитка вполне катит, оборачиваете карту тряпочкой и ездите по слоту. Отлично все чистит. Так, что мы тут имеем? DVI, USB 3.0, PS пополам. Все в порядке, все нормально. Реально неплохая такая сборочка будет. i3-7100, GTX 1060 3 гига. Я туда еще нормальный БПшник затолкаю, типа Сисоника. А может и чего попроще. Кулерок тоже в хозяйстве пригодится. Ну и 4 DDR оперативка. В хозяйстве однозначно нужная вещь. На этом все. Тыдынкайте этот чертов колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро будет MacBook 8-го года, на нем целую серию издевательств буду делать. Будем ставить туда самую свежую для него macOS, будем ставить туда семерку, будем ставить в этот MacBook мозги и жесткий диск. В общем, будем его всячески мучить и менять рамку дисплея. MacBook... Сейчас начну снимать, все будет гуд. Всем бобра!